А теперь ручки вверх и помогали мне! Детям поруч! Многих детей из поселков и деревень Тулунского района впервые с новым 2020 годом поздравил Дед Мороз. Не у всех в этот раз был утренник, поэтому главного зимнего волшебника встречали особенно тепло. Сотрудники администрации Иркутска, представители общественного движения «Наш Иркутск», городского отделения юнармии и волонтеры отправились в путь по 9 муниципальным образованиям по поручению мэра областного центра Дмитрия Бердникова. Большое спасибо, что не забыли такую далекую деревню. Огромное вам спасибо за все, от всех детей, от всех жителей. Летом эти же волонтеры отправили в Тулунский район 35 тонн гуманитарной помощи. А в этот раз праздничный десант подарил детям театральное новогоднее представление, танцы, песни, конкурсы и, конечно, подарки. Провели замечательные праздники и продлили новогоднюю сказку для всех молодых жителей Тулунского района. Самое замечательное, что ребят действительно это праздник. И для них вот такая новогодняя сказка стала, наверное, самым лучшим подарком, который мог бы быть. Общественники и волонтеры побывали в Уйгате, Евдокимово, Перфилово, Нижнем Бурбуке, Гадалее и других деревнях и сделали старый Новый год для детей незабываемым. Марина Беклемишева, Владимир Языков. Новости сейчас.